В Ивановской области по итогам 2017 года отмечен рост объемов жилищного строительства. По данным Росстата, по этому показателю наш регион оказался в числе лидеров. В целом же рост объема строительства по сравнению с 2016 годом зафиксирован в 44 регионах из 85. Наиболее заметен он в Крыму, где объем строительства жилья за год вырос почти в 3 раза. На втором месте Ивановская область. В нашем регионе построили и ввели в эксплуатацию свыше 300 тысяч квадратных метров жилья, что больше показателя позапрошлого года на 70,2%. Чуть меньше строили в Чукотке, Калмыкии, Карачаево-Черкесии. Отметим, что несмотря на рост во всех этих регионах, объемы ввода жилья незначительны в масштабах страны. Худший показатель зафиксирован в Омской области. Падение объема жилищного строительства в этом регионе составило более 40%.